В рамках расследования парижских терактов правоохранительные органы Франции провели вторую волну рейдов. В ходе 128 операций задержаны по меньшей мере 10 человек. Во вторник стало известно об обнаружении автомобиля с бельгийскими номерами и разбитым стеклом марки «Рено Клио». Машину, которую арендовал разыскиваемый террорист Салах Абдеслам, нашли неподалеку от железнодорожной ветки, ведущей к Стад де Франс. Министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв подчеркнул, что нападения были приготовлены и организованы ячейками за пределами национальных границ с участием лиц, неизвестных французским службам безопасности, за исключением некоторых сообщников среди французов. Последние, по нашей информации, не имели прямого отношения к террористической деятельности, но посещали религиозные учреждения радикального направления, отметил министр. В пригороде Париж-Дранси стражи порядка обыскали квартиру Самия Мимура, террориста-смертника, подорвавшего себя в концертном зале Батаклан. А Мимур одно время работал водителем автобуса. В 2012-м проходил по делу, связанному с терроризмом. Затем ему удалось покинуть Францию. По словам соседа Амимура, после того, как тот лишился работы, он стал чаще и чаще посещать мечеть, а потом отправился в Сирию. По меньшей мере двое нападавших останавливались в отеле городка Аль-Фарвиль, неподалеку от Парижа. Оба номера были оплачены с карточки Салаха Абдеслама. Брат Салаха Ибрахим, террорист с бульвара Вольтера, снимал квартиру в городе Бобиньи, которая могла служить местом сбора террористов.